всех приветствуем! И с вами Оксана Майкова. Мы находимся в Испании. Когда я смотрю подобные видео, мне всегда интересно, как же человек попал в эту страну, что он здесь делает. И раз вы смотрите это видео, я понимаю, что не случайно. Значит, Испания в какой-то мере вас интересует. Да, уточню, находимся мы в Андалусии. И сегодня решили перенести наш офис вот сюда. То есть, что такое Испания? Что мы думаем, когда представляем Испанию? Безусловно, это море. Безусловно, это, наверное, белые деревушки. Больше относятся к Андалусии. И так как мы находимся на юге Испании, то вы можете видеть, вот под нами, мы так повыше собрались. Хотелось кофе попить в ресторанчике, но мы решили немножко подняться для того, чтобы показать вам, как это все расположено. То есть вот эта небольшая белая деревушка – наше любимое место. Здесь находятся великолепные рестораны, потрясающие бодеги. Да, что такое бодега? Бодега – это там, где подают лучшие вина, там, где его хранят. То есть и здесь находится бодега вина Малаги. То есть лучшие вина Малаги собраны в этой бодеге. Но в следующем ролике мы вам представим, как это выглядит. Живя в Испании много лет, работая с недвижимостью, то есть да, это драйв, потому что недвижимость – это как человек, у нее есть своя душа, у нее есть свои плюсы, свои минусы. И что самое главное хочу до вас донести, что сегодня мы делаем такой проект, который называется «Сам себе риэлтор», и мы перешли, почему я говорю «мы» с моей командой, то есть, и мы переходим на сторону покупателей. Сегодня мы с вами не как продавцы, а сегодня мы с вами как консультанты. То есть мы не продаем вам недвижимость, мы помогаем вам ее приобрести. В рамках проекта «Сам себе риэлтор» что мы делаем? Мы даем вам максимум информации, с которой вы можете работать. То есть вы сможете нанимать риэлторов, заставляя их работать на себя. Вы будете знать все законы, по которым совершаются сделки, механизмы совершения сделки. Почему я сегодня могу говорить об этом абсолютно уверенно? Потому что 2 месяца мы проводили встречи с моими подписчиками, то есть встречи в онлайн, то есть проводили вебинары, 2 6-часовых кастомарафона. И вопросы, которые накопились, вопросы, которые вас волнуют, то есть мы их вытащили. И сегодня я четко знаю, как вести дальше работу. То есть на какие вопросы основные вы хотите получать ответы. То есть на какие вопросы действительно вас волнуют. И что такое купить недвижимость за рубежом. То есть когда ты работаешь с одним клиентом, с одним человеком, с одной семьей, у тебя немножко сужены рамки. Сегодня, когда на нашей встрече приходили до 100 человек, я могу сказать точно, что вопросы пересекающиеся, и мы их видели. То есть мы провели достаточно большую работу с моей командой. То есть мы это все как бы скристаллизовали. И сегодня я приглашаю вас подписаться на мой канал, потому что каждый раз мы будем потихонечку эти вопросы освещать. И у вас будет возможность, подписавшись, задавать свои вопросы. Также мы создадим закрытую группу, ну, может быть, открытую, я еще не решила, на Фейсбуке, ВКонтакте, где вы сможете встречаться и обсуждать эти вопросы друг с другом, советоваться. То есть кто-то должен, мы не альтруисты, то есть это не потому, что мы такие немножко сумасшедшие, да, мы немножко сумасшедшие, потому что эта страна, она реально бьет в голову, то есть настолько здесь все по-другому. Спокойный мир, тихая, ну, я не могу это передать, то есть вот эта любовь к Испании, вот мне хочется немножко с ней поделиться, просто дать вам частичку, а вы уже решите, что с этим делать. С вами была Оксана Майкова.